На американском горнолыжном курорте в штате Мэн нашествие Санта-Клаусов. Там прошел ежегодный фестиваль рождественских дедов. На этот раз в красные костюмы облачились более 150 лыжников и сноубордистов. Акция особенно понравилась детям, которые теперь уверены, что горные лыжи – любимый вид спорта Санта-Клауса. Но цель мероприятия, по словам организаторов, не просто подарить праздник, а собрать как можно больше средств на благотворительность.